Друзья, уже очень давно Чайковский и музыка стали совершенно неразрывными понятиями, просто синонимами. И бесспорно, что музыка Чайковского самая популярная в мире. И одна из причин этого кроется в том, что каждый такт его музыки дышит удивительным доверием и любовью к людям. Вера в людей и любовь к людям – это вообще фамильное качество Чайковских. Этими качествами обладал отец Петра Ильича, который, несмотря на все удары судьбы, на потерю долгожданного места в Москве, на потерю состояния просто по доверчивости, не потерял до конца своих дней веру в людей и в их благодетели. Вот точно таким же качеством обладал и Чайковский, но о том, как он относился к родным ему людям, не скажешь лучше, чем его собственными словами. Вот цитата из письма. «Милые, любезные мамашенька и папашенька мои, ангелы мои, я читал и множество раз перечитывал письмо, написанное вашими милыми руками, целовал его и плакал от счастья». Это писал мальчик-подросток, студент училища правоведения. И вот финал жизни, шестая симфония. Это великая музыкальная тайна. Эта музыка до сих пор окутана мистическим и загадочным ореолом, как реквием Моцарта. Осенью 1892 года Чайковский пребывал в Австрии и просто из любви к Моцарту поехал в Зальцбург, на родину своего музыкального кумира, своего музыкального гения. И там он думал много о Моцарте, вспоминал его трагическую жизнь, его реквием. И вот там, очевидно, возникла та первая ниточка, которая приведет Чайковского к его шестой симфонии. В тот же период великий князь Константин Константинович Романов предложит Чайковскому написать музыку на стихотворение о Пухтина «Реквием», на что Чайковский ответил: «У меня есть уже музыка с таким содержанием. Это моя новая симфония, особенно ее финал». Вообще, о сочинении новой симфонии Чайковский как будто бы старался не рассказывать никому. Исключение составил, пожалуй, лишь Владимир Давыдов, его племянник, один из самых близких ему людей тогда. Ему-то, кстати, и посвящена симфония. Но даже пальцев на одной руке хватит, чтобы пересчитать те письма, в которых Чайковский упоминал о своей симфонии. И вот что он о ней говорил. Она очень субъективна. Это самое наиискреннейшее мое произведение. Когда я думаю о ее программе, я плачу. В эту музыку я вложил всю свою душу. Вдруг одна из строк. Я занимаюсь инструментовкой симфонии, а в этот момент совершают панихиду по Лёле Апухтину. Вот такое трагическое совпадение. В этот же момент он видится с Фанни Дюрбах, той самой Фанни Дюрбах, которая жила в доме Чайковских в Воткинске и воспитывала маленького Петрушу. И вот пройдет 40 лет, Чайковский возгорит страстным желанием увидеть ее, и перед ним пронесется вся его жизнь, и перед глазами встанет детство, самое счастливое время. Очень много тайн и загадок кроет в себе эта симфония, в том числе и для исполнителей, то есть для интерпретаторов. Вторая ее часть – вальс, которая почему-то написана в размере 5/4, а не 3/4. Третья ее часть – марш. Интерпретации этого марша есть диаметрально противоположные. И, кстати, марш, в общем-то, явился бы для симфонии прекрасным финалом. Яркая музыка, но Чайковский пишет после этой третьей части медленную, трагическую четвертую часть, зная, что это совершенно не свойственно симфониям того времени, зная, что в таком виде, скорее всего, симфония будет принята холодно, и он сознательно идет на это, не меняя в структуре произведения ничего. Симфония действительно не была встречена очень горячо, а Римский-Корсаков после ее премьеры спросил у Чайковского: «Скажите, есть ли программа?» Чайковский ответил: «Безусловно, есть, но я не желаю говорить о ней». Через 9 дней после премьеры симфонии, которой дирижировал сам композитор, он уйдет из жизни. Что это было?
явное ожидание своего конца, или он как гений предчувствовал свой возможный скорый уход? И в чем была истинная причина этого ухода? Очень много тайн и загадок кроет эта музыка, и, может быть, мы с вами сегодня во время исполнения этого гениального произведения сможем ответить хотя бы на один таинственный вопрос. Во всяком случае, я нам с вами этого очень желаю. Thank you.